Привет! Привет! Сегодня мы открываем такую коробочку. А что в коробочке? Собачки! Собачки называются Chubby Puppies and Friends. Разные собачки. Вот они тут, у них тут есть целая команда друзей. Но у нас здесь в наборе есть вот такая вот собачка. Она облизывает, похоже, это ее сыночек, да, какой-то, или дочка? Дочь. Малыш какой-то. Это собачка тоже. Хорошо, ну давай ее откроем. Давай. И посмотрим, что там есть. Коробка большая, а видно только двух собачек. Ну там же что-то еще, наверное, есть. И друзья еще. А сейчас увидим. Вот эта горка, по ней можно ходить. А ну. На рисунке самому ходить. Это, тут, наверное, домик тут такой. Тут можно ходить, собачка тут ходит. А ну, держи коробку. А вот ванная. Держи коробку, а я вытяну. Че, не вытягивается, не хочет? Че, не пускает что-то? Есть. Я нашла. Видишь, ты говорила, что это горка. Вот, пожалуйста. Вот какая-то подставочка с лапами. Лапы там и что там еще? Косточки, что ли? Вот какой-то вкладыш есть. Тут большая коллекция всяких этих разных Chubby Puppies, собачек. А вот, похоже, это то, что мы сейчас соберем. Это дом с ванной и там даже с качелькой какой-то. С каруселью. Потом поиграем. Конечно, поиграем. Давай их доставать. Они на резинках. Они все прикреплены, да? Да. Сейчас мы их подостаем. А, вот подвязывать надо, да? Так. Так. Вот, смотри, какой домик. Я щеночка достал. Малыша. И сейчас еще маму где-то достанем. Смотри, можно его туда посадить. Да, это корзинка для малыша. А вот его мама, похоже. А она что-то делает, да? Ой, у нее как-то крутятся. Вот я перекрутил только что лапки. А что с ним? Ага. Во, смотри, смотри. Она гребет? Гребет, да? А где на ровном поставить? А ну, смотри. Она ползет как червяк. Точно. Смешная такая. Хвост трясется. Это прикол, смотри. Давай, выключаем. Язык там что-то у нее такой интересный. Осталось собрать вот эти вот качельки. Да, чтобы они могли кататься. Давай собирать, как вот тут на инструкции показано. Вот это душ. Это где-то возле ванной вставляется. Где тут у нас душ может вставляться? Сюда, что ли? Да. Да, точно сюда. То есть это ты его снимаешь, вот, грубо говоря, душ, и так поливаешь. Прикольно? Где собака? Давай, заходи в душ. Вот, душ снял, включаешь там горячую и холодную воду, и и она как будто бы в пене там стоит такая, купается. Класс? Любишь купать собак? Да. Все, вот тебе, пожалуйста. Так, что еще? Мама не помещается, только малыш. А дай ту кроватку, пожалуйста, я нашел, где ее ставить. Да. Она вот здесь цепляется, и это не просто кроватка получается. А что? А качелька. Вот, смотри. Это колыбельная кроватка. Колыбелька, да. Где малыш? Вот. Можно его туда поставить и покачать? А ну, попробуй. И он уснет. Уснет, да. Он еще малыш совсем. Я сейчас. Не, оно не снимается уже. Оно уже там висит. Ставь, давай. А ну. Где домик? Иди туда. И теперь можно раскачать его легонько. Колыбелька такая. А, я только что... Сейчас я в инструкции все найду. Да? Так, вот я вижу какие-то вот ворота. Сейчас мы их прикрепим где-то. Они, наверное, вот здесь. А, они вот здесь. Они на входе в домик. Вот, смотри. Вот с одной стороны. Вот. И с другой стороны. О, все, закрыли. И таким вот сердечком вот получается ворота. Вот еще есть? Вот. А другие вот здесь, вот на площадке, смотри, вставляй. Вот. Раз, раз. Получается, а вот у нас есть вход... Заборы. Это заборы, да. А здесь у нас получается вот вход. Прошли, прошли и выход. А это что? А это тоже, смотри, опускается, Кать. Это крутилка. Крутилка? Это сейчас карусель мы сделаем. Смотри, а вот здесь я что нашел? Это раз,
закрыли вход и открыли вход. Так. Сейчас разберемся. А этот забор, Катя, вот он сюда. Он вокруг площадки детской этой. Я знаю. Он сердечками, не просто. Не просто забор, а сердечками, да? Угу. Да, очень красивый. Вот забор с сердечками мы уже поставили. Видишь, какая красота? Да. Вот. Собачка в ванной. Я установила. Сейчас, это карусель. Ну, да. Похоже, все, мы закончили. Смотри, вот установилась каруселька. Туда можно ставить малыша. Вот, например, малыш, давай, выходи из качельки. Еще поле. Становись на карусельку. Еще поле. И всех и можно, собаку. Да, всех можно. А, и тут что-то поднимается, так интересно. Сейчас, а что ж ты так как-то интересно поднимаешься? Раз, раз. А, можно за верхушку? А, верхушка не крутится, вот так только получается. За сердечко надо брать и качать в карусельке. Так. А так бывает, только зонтик крутится, видишь? Крыша крутится, а сама каруселька не хочет. О, вот так вот, да. Ла-ра-ра. Ой. Ой. Ты что, карусель? Падаешь. Не падай. О, все, теперь уже не будет. И собачка упала. Давай ее ставь. Покатайся в нашей карусели. Хорошо там собачки? Да, мне. А, я понял, зачем вот это вот, то, что крутится, эта собака. Вот это не совсем понимаю. Закрывачка какая-то. Вот, надо ее включить и пустить здесь. А ну, включай. Включай. Пускай здесь. Вот. И она там, у нее такие цеплялки есть, она по ним ходит. Смешная такая. Вот, пришла на карусельку. И что, она будет катать деток своих? Может, она сможет катать? А ну, оставь. Да, смотри, она катает на карусели деток. Малышей. Прикольно. Правда, очень медленно, но катает. Такая себе. А давай, так. Ага. Нет, конечно, можно всех. Хочешь еще друзей добавить к ним? Холли и собачку. Собака убежала, пока мы за Холли там бегали, собака вышла из ворот. А ну давай, садись сюда опять. Ну, сади. Кого ты там садишь? Каких друзей еще хочешь? Холли. Поместится она туда? Ой, выпадает. Надо кого-нибудь поменьше. Давай. О, собака убежала опять. Не хочет за детьми смотреть. Она хочет убегать постоянно где-то. Все, давай. Вот сюда. Все, катай деток. Ставь еще Скай на карусельку. Все, и они катаются. Все, им там весело? Да. Крутяк. Действительно, да, вот на рисунке показано, что большая собака катает маленькую. Вот она заходит. Прикольно. Прикольно. Да, лапы крутятся, как у бешеной. А, это она так бегает? Гребет. Вот, ты правильно сказала поначалу, она гребет, а не ходит. Она убежала опять. Любит выбегать где-то на улицу. И опять пошла. Проход через ванную. Через ванную и пошла на детскую площадку. Тут дети уже в карусельке. Хотят, чтобы их катали. Ну, давай, вперед. Все, чух-чух-чух-чух. Опять убегает. Все, пошла опять где-то по своим делам. Дети сами пускай играют. Пошла на работу, да. А дети пускай сами играют на площадке. Смотри, она застряла в болоте. Застряла, надо спасателей вызывать. Она, Холли, пошла меня спасать. Холли, поможешь собачке? А то она застряла в болоте. Отлично. Теперь малышка катается на качели. На карусели покатались, на качели теперь. Мама вернулась уже с работы и играет с ребенком во дворе. Очень милые собаки. Милые такие, добрые. И собачка не бегает, а гребет. Это даже прикольно. Да, лайк и подписывайся на канал Скетч. Всем пока. Пока-пока. Пап, смотри, что я сейчас нашла.
Ага, нажала здесь и пошла, подъем пошел у нас, да? Да. Поднялась, поднялась собачка, поднялась, поднялась. И выпрыгивает из своей качельки этой и в эту качельку. Вот это да. Классно. Это горка. Это горка такая. То есть можно кататься еще на горке и на вот это. Вот это вообще классно, да, штука? Джик. Давай еще запустим ее. Из горки в качелю. Это класс. А, в эту уже, в карусель. Она карусель. Прилетела. Прилетела в карусель. Ну, классно.